Здравствуйте, дорогие друзья подписчики. У нас, как всегда, в прямом эфире «Законный порядок в США» с детективом Стивом Дудником. И у нас сегодня Геннадий М. в гостях. Мы стали встречаться чаще. Геннадий, спасибо, что пришли. Как ваши дела? Здрасте. Ну, у меня бы дела, наверное, были ничего. Но мы с вами планировали говорить об одном. А тут такие события происходят, о которых мы даже не ожидали и представлять да. себе не могли. Да, поэтому мы, у нас есть много интересных тем, и вот буквально два часа назад э, так, без ООН принял резолюцию против Израиля, и, к сожалению, Америка воздержалась. Я считаю, что это предательство со стороны Соединенных Штатов Америки. Но смотря журнал «Экономист» на обложку, мы видим на, на обложке, что уже было давно напечатано, что Израиль остается один вот в этой всей ситуации. А, Геннадий, как вот вы относитесь к этой резолюции, к поездкам Бутераса и вообще к поведению Соединенных Штатов Америки? И у меня такое ощущение, что это опять противостояние России и Америки. И тут уже подлетела не Украина, а подлетела Израиль под этот удар. Когда два больших гиганта разбираются между собой, то небольшие вот, попадают под удар. Ну, хотя, может, я не прав, может, что-то другое. Здесь, да, вы, вы правы, это взаимосвязанные вещи, с одной стороны. С другой стороны, если мы... Если кто нас смотрит регулярно, э, помните, у нас было такое видео. Э, Вы-то в принципе вот три месяца назад. А Вы-то видео никак не называете, потому что это стримы все время, да? да. А вот с, у нас с вами три месяца назад, а именно 5 декабря 23 года был стрим, который я назвал «Кто хочет закрыть проект Израиль?» Помните? Да. Такая, э, такая, значит... Э... У Со... меня первый комментарий сомнительная интерпретация мыслительного процесса еврейского народа. Ну, понятно, что это может кому-то не нравиться, может, и всем не нравится, я не знаю. Но тем не менее, эту информацию я не выдумал и не высосал из пальца. Это просто чистая аналитика. Я вижу, что сейчас происходит. И я вам могу сказать, что темпы и сама ситуация нынешней войны, а я имею в виду война Украина и они совершенно были неожиданны для всех. Это очевидно. Вот сейчас это точно очевидно. И война сейчас перерастает в совершенно новые качества. И через год, через два, через три, а тем более все будущие войны, они будут пересмотрены, потому что они будут иметь совершенно другой вид. Оказалось, что никому не нужная забытая, заброшенная, ржавая артиллерия, является все-таки королевой войны, а артиллерия это очень прожорливая штука, она требует боеприпасов. То есть 152-155 миллиметров угу. а, боеприпасы стоят сейчас по 7, по 8, по 10 тысяч долларов за один выстрел, один снаряд столько денег стоит. И учитывая то, что они определяют, то есть война фактически дистанционно идет, наименьшее количество людей погибает от пулевых ранений, то есть, соответственно, то, что нам раньше показывали Первую мировую войну, когда в атаку идет дивизия, когда идут танки, за танками идет пехота и вот такое наступление, это про это все можно забыть, потому что эта дивизия даже самая мощная армия немецкая, которая шла в атаку на Сталинград, ее бы, например, две украинских бригады остановили за 15 минут. Я улыбаюсь не потому, что мне смешно. Война – это всегда грустно. Но Сейчас появились средства борьбы с бронетехникой, средства разведки, дроны такие, что я думаю, если бы Гитлер напал, например, на Украину, я не говорю на Советский Союз, на нынешнюю Украину, напал бы Гитлер со всей своей 10 миллионной армией, то 500 тысячная армия Украины, она бы этого Гитлера просто уничтожила за две недели. Потому что другие свой, качества и свойства войны. А теперь поговорим о, об Израиле. На самом деле ситуация заключается в следующем: первичным первичным является материально-техническое снабжение войны, а вторичным уже является политика, республиканцы, демократы, споры: дадут помощь Украине, не дадут. Вопрос в другом: что может дать, что могут дать Соединенные Штаты? Америке, Украине. Они могут дать деньги, поскольку этот ресурс, он восполнимый, он его умеет печатать, с ним умеет работать. Но, как оказалось, во всем мире закончились артиллерийские снаряды, ровно до той степени, когда национальные государства готовы их продать кому-то но э, с тем учетом, чтобы оставить себе. Потому что обороноспособность стран, как они выяснили, несмотря на все новые дроны, ракеты и сверхтехнологии, она очень сильно зависит от сторожки артиллерии. Это первый главный вопрос. А теперь посмотрим на реальные боевые действия, которые ведет израильская армия э, в Газе. Я сейчас не буду э, здесь делать или читать морально тему того, насколько это этично или не этично ведется эта война. Да очень много гражданских жертв. Да, гражданских жертв на российско-украинской войне за два с лишним года гораздо меньше, в 10 раз, чем гражданских жертв хотя бы за первый месяц израильской-палестинской войны. Это факт, это совершеннейший факт. Это понятно. Это две, две разные войны. Но, как оказалось, артиллерия, боеприпасы, ракеты, снаряды, этот ресурс конечный. И да, Америка действительно располагает практически неограниченными финансовыми ресурсами, а если говорить с точки зрения Израиля, то вообще просто неограниченными, если сравнивать с возможностями Израиля. Это первое. Второе. Мы понимаем, что такая страна, как Израиль, небольшая у которой развита экономика, у которой было достаточно резервы ресурсов до войны, сейчас их не существует. Я буквально вчера разговаривал с человеком, который до недавнего времени работал в ревизионном управлении Министерства финансов Израиля. Ну, понятно, он по разным причинам не может выдавать не то, что конкретные цифры, а даже вообще, да, вот это все государственная тайна. Но одним словом можно сказать очень плохо. Понимаете, если у вас есть целый регион, который граничит с Ливаном, в котором живет 200 тысяч человек или 300, они же там не просто живут, ходят в кино и едят мороженое, они чем-то занимаются, занимаются, они работают, занимаются бизнесом. Если, например, в один момент перестало существовать 300 тысяч рабочих мест в стране, то это уже очень плохо. Второй момент, если были призваны люди, это, это здоровое молодые, полные сил люди были призваны в армию. Если их было призвано 100, 200, 300 тысяч человек, то для Израиля это катастрофическая цифра, просто в плане экономики. Теперь, что касается пенсионных фондов и, резерв, и резервов. Вообще, честно говоря, Израиль исчерпал все резервы, и сейчас он целиком и полностью зависит от Соединенных Штатов Америки, и Соединенные Штаты Америки Израиль не бросают. То есть финансовая поддержка идет. Но как гегемон такой, как США, может сказать всему миру, ребята, у нас нет больше столько снарядов, мы их не можем произвести, да, мы их производим, грубо говоря, все страны J7 производят их миллион, да, а Россия производит 2,5 миллиона. И проблема здесь не в том, что у нас нет технологий, нет рабочих, нет денег, нет... Это все есть, это все есть. Но прямо сейчас произвести 3 миллиона снарядов мы не можем. Поэтому нам надо придумывать политическое прикрытие для того, чтобы, а, долго не давать э, оружие Украине, под каким предлогом? Ну, дескать, там плохие республиканцы, они не дают провести нам в Нижней Палате это соглашение. То есть 60 миллиардов. И всем людям, которые на это смотрят, им кажется, боже мой, да проведите уже, дайте помощь этой Украине, значит, дайте, что же вы делаете, вы же бросаете ее. Но на самом деле проблема не в том. Первичная проблема, нет чем помогать физически. Исчерпаны все резервы, размещены заказы в Южной Корее, собрано все советское вооружение, это все откуда было можно если бы снарядов хватало но ну не стали бы американские дипломаты договариваться с правительством например эквадора чтобы оттуда получать советское оружие. Если бы оно было в доступе, американцы нашли бы, как его поставить и вообще что дать. Тем более, что сейчас нет ограничений на тему, какое оружие можно поставлять, а какое нельзя. Все, уже самые современные, ну не самые современные, текущие. Ну смотрите, Геннадий, я разговаривал с Израилем, там еще одна большая такая проблема, у них были огромные склады американского вооружения, которые заставили отдать Украине. И эти склады сейчас стоят пустые. Это, это не, как вам сказать, это не заговор, это не какая-то измена или предательство, это ситуационно была такая ситуация. Она была давно, она была два года назад этой ситуации. Да, действительно склады были полные, их начали вывозить, там схема подвоза очень хорошая. Греция, в Греции все грузится на железнодорожный транспорт, идет через Болгарию, поступает в распределительную зону и заходит через там станцию Стрей. Кстати, которую станцию и вот ее разбомбили сейчас, потому что это большой крупный логистический узел. Да, действительно отдали. Я вам просто скажу, вот представьте себе, давайте мы подумаем так, что среди нас нет предателей, заговорщиков или каких-то там вывихнутых людей. Вот представим у нас такая ситуация. Вы, президент США, вы хотите, значит, помочь, военную помощь отдать Украине и хотите отдать Израилю. И вы еще планируете оставить себе Америке, потому что Америка не может остаться совершенно без вооружений потому что будет понятно, что в рамках вот этой новой парадигмы войны она будет беззащитна. Просто если кому-то в голову взбредет там атаковать Америку, Америка будет беззащитна. Поэтому у вас есть стратегические резервы и запасы, которые вы не отдадите никогда. Вы лучше оголите тылы своих, например, европейских партнеров. А это уже было сделано. Вы же понимаете, что Европа начала отгружать вооружение, боеприпасы на Украину давно. Но что касается Израиля, это соглашение США и Израиль и США обязаны э, предоставлять это вооружение Израилю. Так вот, ситуация: мы с вами сидим и говорим: мы обязаны, да, обязаны, у нас нет. К нам приходит э, начальник штаба вооруженных сил США и говорит Байдену, говорит, Джозеф, понимаешь, такая ситуация, вот смотри, вот тебе расклад отдаю, вот, вот наши резервы, они уже и так, да, мы рассчитываем в этом году их пополнить процентов на 10, на 20, не больше, но у нас сейчас нет к отгрузке этих боеприпасов, что будем делать? И тогда мы с вами садимся, а вы, Байден, вы сидите и говорите: Так, слушай, а давай мы придумаем какую-нибудь причину, по которой мы не можем Украине отгрузить снаряды. Ну, например, республиканцы не, ну, не можем согласовать бюджет. Хорошо, давай эту тему сейчас будем разыгрывать. Еще что мы сделаем? Давай мы, значит, скажем нашему подразделению в Греции, а самое крупное подразделение ЦРУ находится в Греции, как всем известно. То есть вся Европа, она под ЦРУшным подразделением в Греции. Чтобы они поработали с польской агентурой и устроим там, типа, фермерские... Ну, фермеры закрыли границу, не дают проехать, там, забастовки. А чтобы это не выглядело вопиющим, что какие-то долбанутые фермеры в Польше делают забастовки, давай мы устроим этот праздник по всей Европе. Давай мы французских, немецких фермеров поднимем, сколько там надо денег из моего резервного фонда, давай им выделим миллионов 200 долларов, чтобы фермерам была похлебка вкусная, чаек горячий, топливо, чтобы заправить в эти тракторы. И весь мир посмотрит и скажет, смотрите, что фермеры творят, они же вообще не дают нам проехать. А еще очень интересный момент, что в Греции развернули состав с военной помощью, это были бронированные машины, которые направлялись в сторону Украины. Какие-то партизаны, они вышли, покричали в мегафон, и военная босс американской техникой испугался и развернулся. Вот, вот, как бы в это надо просто поверить, понимаете? А задача показать картинку. Теперь с Израилем. С Израилем ситуация такая. Ну, хорошо, мы думали, что великий и могучий Цахал, значит, пройдет там и за месяц зачистит. Ну, что там 30 30 тысяч, хорошо, у них 30 тысяч бойцов. У нас, значит, какие планы есть? Садитесь, рассказывайте. Он говорит, а у них там все в подземных ходах. Так, классно. Поставляем, берем, грузим на американские корабли турбины, поставляем морской водой, заливаем все эти их. Подводные ходы они оттуда вылезут, мы их выдавим как тараканов. Значит, ну и короче, за месяц мы эту историю закончим. А на самом деле, если по истории э, украинской войны нам по всем каналам, по украинским, по российским, с утра до ночи показывают артиллерийские бои, падают, летят, да. Там э, трупы солдат, раскореженные машины, сбитые самолеты, по Израилю что-то показывают. Ну, ну, в общем. Ничего не показывают. Вы где-нибудь видели, чтобы э, там э, убили там, 100 палестинских э, членов организации ХАМАС и показали, что вот мы их расстреляли. Или, например, красивые кадры. Ну, я видел несколько кадров: как э, Хамас стреляет из РПГ по танкам. И пару танков сожгли. И видел, я видел и меркаву поленную, она там стоит, сгорела. Это было. Мы этой, об этой войне ничего не знаем. Но на самом деле эта война в Газе, она такая же война, как и украинская, и она требует огромное количество снарядов. Я вам могу сказать, если вот сейчас посмотреть на по всем мировым СМИ прошли кадры Авдеевки. Вы представляете, Авдеевка это не деревня. Это крупный город, несколько сотен тысяч жителей, в котором был один из крупнейших в СССР заводов, ферромагнитных сплавов, металлургических и так далее. Там жило очень много людей. Если сейчас посмотреть на то, что собой представляет Авдеевка, Авдеевка, она, ну, может, чуть меньше газа по площади. По площади та же газа. Она представляет собой просто полную разруху. Так вот, туда за э, два с лишним года войны э, было сброшено сотни тысяч тонн вооружений, ну артиллерийских зарядов, бомб, фабов, ракет и так далее. А теперь представьте себе, что на момент начала конфликта в Газе, операции в Газе, которые Цахал проводит, уже на этот момент Запад поставил Украине более миллиона артиллерийских снарядов. И обещал поставить еще миллион в 2023 году, из которых всего 500 тысяч было поставлено. А задача, между прочим, для... Для Америки, для Запада э, не проиграть украинский конфликт гораздо более важное, чем израильский. Вот она на этом этапе для них это катастрофически важно. Потому что просто головы полетят у них, если они этого не сделают. Но они пока сделать не могут. А теперь представьте, представим себе, что то, что сегодня уже вот этот план боевых действий, который происходит в Газе. А в Газе что происходит? «Авдеевка-2». В газе э, вся северная часть газы полностью уничтожена чем? Взрывчаткой, артиллерийским огнем. Вопрос, сколько этого огня надо? Меньше, чем на Авдеевку? Очень вряд ли. То есть миллион снарядов надо. При том, что Украине весь мир поставил 500 тысяч. Вопрос, где их взять? Теперь тогда вопрос, что нам делать? Америка может, э, э, Америка может и должна сохранить свое лицо в любой истории. Да, она партнер, да, она обязана Израилю. В данный момент ситуация критическая. Америка может что-то давать, продолжать в том объеме, в котором давала, но при этом полностью оголить свои резервы, опустошить свои склады, вывести вообще все, что было. А в данный момент это позволить себе нельзя, потому что стратегическое крыло управления американской армии, генеральный штаб и разведка, они не позволят это сделать Байдену даже. Может быть, вы же не видели, Байден перед тем, как дал команду представителю Соединенных Штатов Америки на Генеральной Ассамблее Совета Безопасности ООН, дал команду проголосовать, воздержаться, воздержаться, Наверное, перед этим было, было совещание с военными. Оно точно было. Мы же не видели Байдена. Может он там орал как истеричка. Дайте, дайте вооружение. А ему военные ответили, ну, как бы мы можем дать, но мы сами, сами себя убьем. Мы это не имеем права сделать. И он, как государственный деятель, сделал то, что от него требовалось. Вот и все. Я не вижу здесь никаких заговоров, никаких далеко идущих планов. Но на самом деле никто в мире не ожидал, что ситуация с боеприпасами, она вот будет такая, как она есть сейчас. И если посмотреть по количеству боеприпасов, которые тратятся на полях сражений сегодня, там... Россия, Украина, то это не то, что несопоставимо, это уже больше, чем... В период отдельных сражений, крупных сражений Второй мировой войны. Потому что крупные сражения Второй мировой войны там было, я не знаю, я не хочу сейчас никого так сказать, подвергать какой-то критике. Это действительно было грандиозное сражение Второй мировой войны, это действительно был подвиг, именно подвиг, потому что он, это сражение, было выиграно путем катастрофических человеческих жертв, десятки миллионов человек. Сегодня так не воюют, сегодня не выставляют на поля сражения миллион человек. Да, Израиль имеет моб-ресурс, он может и миллион человек призвать. Вообще всех, от малого до великой, Женщин и мужчин. И поставить миллион человек. Но он это не делает. И не сделает никогда. Поэтому война сегодня имеет такой вид, что побеждают огромные запасы. Смотри, там, там остался сейчас город Рафия, когда они хотят зайти. И рядом есть больница Шифа, которую они уже зачистили, израильтяне. И опять а террористы из Рафии по подземным коридорам, опять пришли в эту больницу и вот за, эти два дня, потому что они думали, что израильтяне зайдут в Рафию, и они спрятались в этой больнице, потому что ее уже зачистили. И опять вот за два дня арестовали там 400 террористов в этой гостинице, ну, в этой больнице. И получается, остался голод Рафии, в который израильтяне не пускают. И Америка, весь мир против. Они говорят, нам надо туда зайти, осталось три батальона Хамаса, и мы эту войну закончим. И вот им надо стягивать руки, получается. Ну, здесь, э, две, здесь есть две причины. Э, Первое, я опять настаиваю на своем, uh -huh. на том, что англосаксы на этом этапе, мы еще просто должны понимать, что такое англосаксы, кто там принимает э, решение. Если говорить о глубинном государстве Великобритании, то оно полностью ближе, там, начиная с революции Кромвеля с 1560 года, управляется сионистами и сионистами и еврейским капиталом. И, и здесь ситуация объективная. Если Британия приняла такое решение на этом этапе закрыть э, проект Израиль, то для этого есть очень большие причины. Одну из них мы обсуждали в декабре 23 -го года. Я вам говорил, что эти все земли и так устроен мир, что здесь есть доминанты, которые владеют этими землями сотнями лет. Они принадлежат эти земли сотни лет одним и тем же э, людям. И когда мир стоит на грани раздела, на лагеря, на валютные зоны, на большие экономические конгломераты, которые будут в будущем сосуществовать вместе, очень важно, с каких позиций пройдет раздел. А раздел этот близок. Он недалек, это не дела каких-то далеких дней, десятилетий, он буквально вот-вот-вот рядом. И поэтому на самом разделе э, стороны должны выступить с претензиями на какие-то свои э, территории. Поэтому сейчас идет ожесточенная схватка вокруг Африки. Очень важно. Кому достанется Африка? Потому что очень много полезных ископаемых, и миллиард двести миллионов жителей. Кому достанется Индия? Идет борьба за Индию. Индия, в принципе, это в британском сообществе косвенно содержится, хотя индусы сами так, не индусы, не индийцы. Индийцы сами так не считают до конца. Поэтому причин для этого есть очень много. Мы с вами в рамках вот этого нашего часового стрима, мы их все не объясним. А, как, а если мы их не объясним, то нам с вами скажут, да, что они там говорят, ничего этого нет, понимаете? Поэтому я не хочу углубляться в эти темы, но причины, почему себя так повел Байден и почему США воздержались на голосование на Совете Безопасности ООН, говорит только о том, что у них нет этого резерва. А дальше, как вы совершенно верно сказали, чем это закончится для Израиля? Чем, э, как угрожает Израилю формулировка, принятая Советом Безопасности ООН на этом э, заседании? Ну, очень просто. Скорее всего, найдется повод, если они приняли резолюцию о немедленном прекращении огня в газе. Что значит немедленное прекращение огня в газе? Это значит, что стороны, он призывает стороны, но он не, упро... не управляет ситуацией. Он может, кстати, проголосовать за немедленное прекращение огня на Донбассе. Тоже ведь может проголосовать. Вопрос, огонь прекратится или нет? Нет, нет, нет. не прекратится. Но... Что такое ООН? ООН – это инструмент влияния, а Совет Безопасности – это шесть, это послевоенная структура, шесть крупнейших государств, которые были учредителями ООН. Они имеют в нем свой голос и право... Вета. Обязан ли Израиль выполнять эту резолюцию? Будем Израиль ее выполнять не обязан. Израиль, Во-первых, Израиль не является членом Совета Безопасности ООН. Он не имеет права там голосовать и накладывать вето. Израиль ее выполнять не собирается. Но что есть у ООН? У Организации Объединенных Наций есть инструмент, который они применяют ко всем странам мира, которые не выполняют их резолюцию. Например, ООН очень много голосовал по Ирану. Что это такое? Международные санкции. Соответственно, если США воздержались, но все-таки эта резолюция была принята по немедленному прекращению огня в Газе, что делает США? США получает легитимизированную, стоящую вне ее юрисдикции возможность не поставлять, не осуществлять дальнейшую военную поддержку Израиля. Что от этого будет Израиль? Ну, ничего не будет. Ну, как бы все останется на тех позициях, где сейчас есть. А дальше будут вестись разговоры о начале переговоров. Почему это США делают? Потому что США прекрасно себе представляют, что после окончания операции в Газе начнется Северная война обязательно будет конфликт с Хизбаллой. А конфликт с Хизбаллой, вот на него точно никаких снарядов не хватит, потому что будем приблизительно отдавать себе отчет, что там более 100 тысяч вооруженных, подготовленных, у которых постоянные тренировки бойцов, и у этих бойцов должно быть вооружение. Кому этот конфликт не нужен? Северная война израильская с Хизбаллой. В первую очередь он не нужен Соединенным Штатам Америки, потому что на данный момент у них другие задачи, у них нет оружия. Во вторую очередь, кому он не нужен? Ливану не нужен. Ирану не нужен. Ливану, естественно, он не нужен. Понятно, что на его на его территории будет идти война, которая, скорее всего, закончится тем, что он потеряет часть этой территории либо вообще перестанет существовать. Не нужен. Дальше, кому еще это не нужно? Ирану. Потому что Иран и так задействован, назовем так, э, дипломатически, в военно-техническом сотрудничестве с Россией, которое достаточно сильно требует больших усилий. Если у Ирана сейчас появится рынок сбыта его вооружения, а фактически там только иранское вооружение и будет, может быть, частично то китайское, которое он закупал или закупает, э, он может не потянуть. И тогда, в принципе... Эта война может закончиться плохо для всех. Помните, я говорил интересную вещь, за которую нас критиковали. Откуда вы знаете, чего там Rent Corporation советует правительству США? Rent Корпорейшн не просто советует, это мозговой центр. Rent Corporation умеет считать. А для того, чтобы он хорошо умел считать, у него есть искусственный интеллект. И этот искусственный интеллект, там даже искусственного интеллекта не надо, там нормальный бухгалтер посчитает, что если откроется большая война на севере Израиля, и при этом будет продолжаться эскалация, она продолжается эскалация на Украине то вопрос, где брать вооружение для поддержания двух больших войн, это уже будет большая война, потому что Северно-Израильская война, она будет сопоставима уже с российско-украинским конфликтом, куда будет втянут Иран и ряд других государств. У них не останется оружия. Но при прочих равных, при огромной военной мощи США и военной мощи стран G7 и блока НАТО, на поверку оказывается, что блок Китай, Россия, Иран на сегодняшний момент в состоянии производить больше вооружения. А знаете, что к этому блоку примкнула Северная Корея? которая более миллиона снарядов поставила России. Это уже как бы и не секрет, это об этом говорит американская разведка и так далее. Вот если посчитать бухгалтерию, то получится, что хорошо, начнется эта война, через 3-6 месяцев закончатся любые вооружения, какие только можно но при этом Китай производит по количеству бронированной техники больше, чем весь Запад вместе взятый. Россия делает 2,5 миллиона снарядов и стали цели в 2024 году выйти на 3,5 миллиона снарядов. А Запад на 3,5 миллиона снарядов может выйти при хорошем стечении обстоятельств к 2028-2030 году. Вопрос, что случится между 2024 и 2028 годом? А ничего, западная коалиция в чистую проиграет все войны. Вот и все. А Геннадий, скажите, пожалуйста, я по сути не понимаю, а почему вот американскому ВПК и заводам тяжело делать это это вооружение? В чем проблема делать эти снаряды? Дело в, в том, работает металл есть. А да, проблема? дело в том, что за годы холодной войны ВПК США произвело такое колоссальное количество военной техники и снарядов которые невозможно уже было продать. Кстати, у них есть сроки хранения. Да, они хорошо и заложены в герметичных цинках. Это все правильно, военные умеют хранить. Но э, украинская война показала, что те снаряды вооружения, которые были в распоряжении Украины и России, поступали. Э, большая часть снарядов, патронов давали отсечки, не стреляли и как бы портили. Всю картину и сейчас уже когда появились свежие вооружения они реально воюют вот такая ситуация поэтому производить еще больше э, во время холодной войны для сша не имело смысла пик этого производства э, пришелся на где-то на начало 90-х годов, и военные эксперты, которые умели считать, как бухгалтерию правильно вести, они считали, что если США хотят повоевать с Россией, то им это надо делать до 2000 -го года, потому что после 2000 -го года эти вооружения, они придут в негодность, слежаться, это просто был пик. А теперь посчитаем, если в начале 90-х годов к развалу Советского Союза этот пик закончился, Постепенно были утрачены компетенции. США потеряли более 20 серьезных производств боеприпасов. Не в силу того, что там были диверсии, пожары, оно все сгорело. Нет, просто закрылись эти предприятия, потому что перестали поступать. Америка ⁇ это капиталистическая страна. Там нет социалистического хозяйства. Если тебе государство 2-3 года, 4 не дает заказы на боеприпасы, что ты делаешь? ты закрываешься, у тебя начинается ржавый пояс, у тебя выбиваются окна, ты не отапливаешь это помещение. Соответственно, для того, чтобы тебе дальше как-то выжить, тебе нужно это продать либо на металлолом, либо еще. Это и произошло в США. В США потеряли до 70-80% мощности производства артиллерийских снарядов и вооружения. США сосредоточились на хай-теке, на супермодных, суперсильных самолетах, на системах ракетного вооружения, на флоте. Американский флот – это основа, потому что США – это у нее все враги находятся за океаном. Для Америки, в принципе, любая ситуация с мировым конфликтом не так опасно, как для других стран, потому что пока до Америки доплывут какие-то захватчики, которые захотят захватить США, Америка их сто раз уничтожит, пока они плыть будут. Потому что у Америке есть спутники, есть ракеты. Пока ты доплывешь до этой Америки, тебя разобьют. Поэтому, в принципе, Америка могла бы себе позволить временный, э, как бы недостаток вооружений, обычных, э, пехотных вооружений. И она, в принципе, это и сделала. Она вывезла всю, все старье, всю старую технику на поля сражения Украины. Старая техника закончилась, сейчас уже идут вполне себе новые. Сейчас пошли Абрамсы, вполне себе, ну, не самые новые, понятные, там удалены те блоки, которые есть у американской армии, но тем не менее они пошли, но они конечны. И для того, чтобы США сейчас выйти на уровень производства боеприпасов 80-х годов, понадобится, а, строить эти заводы, искать эти компетенции, этих людей, которые там работали. Для этого нужно очень много сырья, например, специальный хлопок, 90% которого производит Китай. И Китай запретил сейчас поставлять этот специальный хлопок оружейный Европейскому Союзу и США. Ну, потому что США готовится воевать за Тайвань с Китаем. Какого черта Китаю они просто провели стратегическую сессию и говорят, как нам обезопасить себя от будущей войны, которая, все знают, состоится в районе 30-го года, плюс-минус. Как прекратить поставлять в Соединенные Штаты Америки их союзникам э, то, из чего они могут делать оружие. Вот они фактически прекратили поставку редкоземов определенных веществ и вот того самого хлопка оружейного, они его просто прекратили поставлять, а Россия сама его производит. Так получилось, что в России все валили, валили, не довалили. И, и оружейные эти все заводы они были законсервированы, но не выброшены на помойку, и их сейчас восстанавливают и строят новые. Так что вот что нужно США и нужна ли США победа Израиля, победа Украины? Да, нужна. Но в данном момент времени они заинтересованы в том, чтобы заморозить это, заморозить на какое-то время. Дайте им передышку, им надо 4-5 лет отстроить заводы и строить эти самые старые оружейные системы. И второй момент. В новой войне, в той, которая будет, там побеждают совершенно другие технологии, которых, честно говоря, у США в достаточном количестве сейчас нет. Нет этих технологий, нет этих систем, нет этих дронов в таком количестве, потому что США серьезная страна, у Америки если дрон, то это два реактивных мотора, это несколько тонн весом, рапторы вот эти вот летают, они такие мощные, а у России это пластмассовый ланцет, которых выпускают 10 тысяч штук и которые летят и гробят всю технику, на которой миллиарды долларов потрачены были. Вот это, в этом принцип новой войны. И как оказалось, Соединенные Штаты к ней сейчас пока не готовы. Поэтому их устроит заморозка. И они сейчас будут всеми силами способствовать тому, чтобы произошел диалог на какой-то третьей площадке, чтобы США, чтобы Израиль договаривался. Хотя Израиль говорит, с кем там договариваться. Мы уже всех разбили, там говорить не с кем. Но США знают, что следующая будет Северная война. Поэтому им важно остановить это сейчас. И главное, что все, что они делают, Байден и его администрация, они делают не своими руками. Украине мы ничего не даем, это республиканцы, отстаньте от нас, не трогайте это, они вот такие там не дают нам. Вот, а чтобы они не дали, они берут в один закон включают границу, Мексику, мигрантов и все остальное туда да, все в один. Они понимают, что этот закон непроходимый. Но мы же видим с вами, у нас есть логика. Они могли бы проголосовать Украине отдельно, граница отдельно или не голосовать за границу вообще могли бы, но не проголосовали. Второй момент, что касается Израиля, мы то здесь причем. Это Совет Безопасности ООН. Ну да, мы воздержались, потому что, ну смотрите, члены, постоянные члены Совбеза все проголосовали за эту резолюцию, но мы же не можем уже против всего мира идти, извините меня. И третий момент, о котором я вам говорил на прошлом видео. У Байдена выборы, и это очень важная задача, потому что если демократы и дипстейт, и это болото вашингтонское, как называет Трамп, не приведут к своего человека, ставленника к власти, то их планы во многом будут порушены. И для них это важнее. А я вам уже приводил пример, что э, мусульманская, э, мусульманская часть населения, она являлась, постоянно являлась демократическим электоратом. И он ее сейчас теряет, потому что весь мир говорит о геноциде палестинцев. Его Байдена не понимают, его мусульманские избиратели, они ему никогда этого не простят. Поэтому он убивает двух зайцев. Он с одной стороны замораживает этот конфликт и говорит, и показывает своей общине, своим избирателям э, исламским, что вы посмотрите, я хочу, я немедленно постановил, я вот правда воздержался, я не за и вашим и нашим. И а Израилю то, что он показывает, но ну, для Израиля у него нет извинений, хотя он может сказать: вы извините, это мировое сообщество, это не я. Я вот видите, я не голосовал за. Окей, давайте посмотрим рекламу, потом не будут вопросы по Америке. Рекламу в студию. Угу. Частное детективное агентство в США. Русскоязычные детективы. Агентство расположено в Майами, в штате Флорида. Наши услуги. крытые наблюдения, поиск пропавших людей, проверка биографии, проверка персонала, розыск должников и их активов, проверка кредитной истории. Проверка бизнеса. Проверка недвижимости. Расследование киберпреступлений. Расследование преступлений с криптовалютами. Также наше агентство оказывают услуги нотариуса и помощь при регистрации бизнеса. Телефон. Плюс 1 561-827-8182. Помните, мы говорили про Трампа, и был такой вопрос: а что будет с Трампом, дойдет он до выборов или нет? Кто-то говорил, что его могут убить, его могут посадить его. У демократов ничего не получалось. И я все думаю, что же придумают демократы? Что же они придумают? Ну что ты должны придумать? И тут два дня назад. Перед голосованием они половину бюджетов приняли и сейчас отправили бы на каникулы весь конгресс. Вдруг ни с того ни всего, 12 демократических конгрессменов и 13 республиканских конгрессменов срочно ушли в отставку, Просто ушли в отставку, не объясняя ничего. Такого не было в истории Америки. И в данный момент республиканских голосов в Конгрессе только на два голоса. Это голос одного конгрессмена и голос спикера парламента. Больше, чем демократическое. Но а, ну, конгрессмены реально не уходят по поставку, потому что это же это деньги, это, это власть, это все. Они держат его как, как шумер, как пилоти с зубами держат, пока они умрут, называется. И если сейчас еще два конгрессмена идут в поставку, то тогда демократов будет больше. И в Конгрессе, и в Сенате, и уже до Трампа точно не допустят. до выборов, а даже если он придет на выборы, то его никто с большем голосов никто не даст проголосовать. А, это вот как ты думаешь, это deep state? Что, что это, ну, как можно так. Это, это, я просто не, я даже не могу слов найти. Это их шантажируют, им предложили деньги, и купили, или дали какое-то предложение, которое нельзя было отказаться. Но такого в истории Америки не было никогда. Здесь, в принципе. Все правильно, это дипстоит. Дело в том, что сенаторы это не просто большие деньги, влияние, очень почетная и практически пожизненная позиция. Да, мы знаем, что вообще американский конгресс, это всемирно известный дом престарелых, там средний возраст парламентариев. По-моему, за 70, 72 года что-то в этом роде. А мало того, что они получают деньги, влияние и так далее. Мало того, что они делят партийные кассы, так они еще получают вознаграждение в виде. Это было много расследований приведено. Я об этом писал в частности на своем канале в Телеграме. Подписывайтесь, кто не подписан. Они получают такие награды, как информацию для инсайдерского трейдинга. И это очень много, потому что проводили расследование, выяснилось, что более 100 человек из конгрессменов американских а, имеют э, достаточно серьезные вложения в американский фондовый рынок и даже в криптовалюту. И, как оказалось, э, в среднем первая двадцатка конгрессменов более успешны, чем лучшие трейдеры TradingView. Они умеют каким-то образом чудным покупать акции фармкомпании за двое суток до заключения государственного контракта на миллиарды долларов. Они умеют сливать за сутки до объявления американским Минфином каких-то негативных известий по каким-то отраслям, и они еще это делают с плечом. Вопрос, откуда у них такие компетенции? Вы подтвердили, что они сами не уходят. А, да, э, откуда у них такие компетенции в их возрасте? Ну, представьте себе, э, какой-нибудь 75-летний молодой человек э, заходит и покупает акции бигтека американского э, перед самым его ростом перед тем, как будет количественное смягчение, появятся новые деньги, которые неизбежно придут на биржу, и там произойдет рост этих компаний. Откуда у них это? Deep State, который управляет рынками, это не просто Deep State, это финансовая верхушка, элита, финансовая элита глобального мира снабжает своих преданных солдат такой информации. Для того, чтобы более а ответственно, для того, чтобы более ответственно э, ответить на этот вопрос, ответственно ответить, э, тавтология, ну, неважно. Мне, конечно, надо было бы время. Я бы сейчас должен был взять список этих конгрессменов, которые ушли в отставку, и э, провести его сравнение со списком и инсайдерских трейдеров. Давай, тогда мы сделаем, тогда я даю другой вопрос, а мы это сделаем в следующей программе. Возможно, это надо провести расследование, да, но я могу сказать, что просто так они не уходят. И если они ушли, то их заставили это сделать. А поскольку ушли не только республиканцы, но и демократы. Вот что важно: то есть, если бы это был демократический дипстейт они бы могли э, воздействовать только на республиканцев. Вот если бы прошла информация, что 12 республиканских конгрессменов в один день подали в отставку, то все было бы понятно. Это было бы давление правоохранительных органов и спецслужб, потому что на каждого из них есть папка. Вы же знаете, без папки ты не попадешь в Конгресс. Я уже объяснял, как это происходит. Даже если ты чистый, незапятный, но очень талантливый и тебя хотят э, пригласить, то тебе просто делают предложение. Это их, как раньше было, знакомят с Эпштейном, покойным. Эпштейн их везет на остров. На острове их снимают во всех ракурсах, как они занимаются демократическими приятными делами. А потом, когда ему говорят: "Слушай, за это ты должен голосовать вот так-то и так-то и должен делать вот это и вот это", а вот тебе речь. Завтра ты выйдешь на пленарном и ты ее прочтешь 10 минут, а в этой речи будут ужасные вещи, которые могут поставить крест вообще на твоей политической репутации. Но ты останешься при этом конгрессменом, тебя никто не тронет. Мы тебе даем судебную защиту. Вот так это все работает. Поэтому, конечно, все люди, которые попадают на такой верх власти, как конгрессмены, на них на всех есть папки. Большинство из них... На большинство из них есть информитирующие видеоматериалы о том, что они чем-то непотребным занимаются, что, конечно же, общество сразу же осудит. Это только так, и больше никак. И это было сделано именно поэтому. А вот то, что ушли и демократы, я вам могу такую параллель провести. Дело в том, что 12, 12 парламентариев Украинской Верховной Рады. Сложили полномочия, и еще порядка 20 написали такие заявления, но строго настрого СБУ было дано поручение под любыми поводами не принимать эти заявления, потому что они могут потерять легитимную. Например, даже, даже депутаты слуги народа правящей партии. Просто, между прочим, те, которые некоторые депутаты скрылись, ну, представляете, вот конгрессмен американский, уважаемый человек со всеми этими плюшками, которыми он владеет, вдруг переезжает в Северную Корею. Ну, просто полетел отдыхать, где-то там плавал. И раз... И он... У нас недавно две эти, а, это Кортес и вторая, они полетели на Кубу. Да, официально. Их поймали, они на Кубу ехали. Тоже странно было. Очень. Тоже, тоже очень странно. Значит, они что-то знают. Я вас уверяю, что вот те люди, которые сидят в Конгрессе, у них такой статус высокий, что они что-то знают. Значит, в ближайшее время, я же говорю, еще раз два варианта. Либо их шантажировали, потому что демократы хотят победы Байдена. Либо второй вариант они знают страшное, потому что сейчас об этом страшном говорят очень многие. Многие говорят об эскалации конфликта до уровня Третьей мировой войны, включая ядерную. О ядерной войне уже кто-то ленивый не говорил, даже Байден говорил. Возможно, они получили доступ к государственным документам высокой важности высокой секретности, которые говорят им о том, что эта должность, несмотря на все плюшки, которые они имеют сейчас, в будущем им просто не понадобится. И поэтому они зарылись куда-нибудь в свои бункеры на Гавайях, еще куда-то, лишь бы просто там не находиться. Окей. Okay. Мы по этим спискам пройдемся. И тогда последний вопрос на сегодня корпорация Боинг. Что происходит? Отваливаются шасси, вылетают двери во время полета, а, самолеты чуть не падают. В Америке паника, никто не хочет летать на Боингах, а, люди уже когда покупают билеты, смотрят, это будет Боинг или Airbus. А, ну большая большая проблема. И что происходит? Кто-то убивает корпорацию? Да, это диверсия, это стопроцентная диверсия. Тем более, что недавно пропал один из сотрудников Боинга который в открытую рассказал, что на новые самолеты ставили бракованные детали, которые, у них же там есть внутренний контроль качества, то есть важные шасси, например, узлы, гидроагрегаты, которые не прошли контроль качества, то есть их же проверяют перед тем, как в самолет поставить, причем многократно. Их заставляли Потому что у Боинга был очень большой сбой на, на локдаунах, на этих ковидных, да, очень много людей не выходило на работу, но у Боинга очень интересная ситуация, у них есть контракты, многолетние, которые подписывают еще и с опционами на 5, на 10 лет, а они половину мира снабжают своими самолетами. И человек поделился информацией, он не является вице-президентом или каким-то высоким чином, он просто работал на сборке самолетов. Он поделился информацией о том, что их заставляли, его заставляли ставить те э, детали, которые были забракованы отделом контроля качества, которые должны уйти на переплавку. Заставляли ставить. Вопрос: Что это было? Саботаж? Специально так производили, или Боинг просто не хотел. Он и так достаточно сильно просел за, по заказам, и вы знаете, что он э, просил деньги у государства помощи. Это важная корпорация, потому что э, с военной ее частью сейчас все хорошо, там много заказов, там есть работа. А вот с гражданскими самолетами во время ковида они очень сильно просели. Что это было? Это могло быть и то, и другое. Понимаете, вот, например, вот сейчас был отложен запуск российской ракеты Союз на Международной космической станции, где в том числе был американский астронавт и белорусская космонавтка, потому что за 20 секунд был отложен старт, ввиду того, что не сработали штатные системы запуска двигателя. Вопрос, что это было? Мое мнение, я не обладаю секретной информацией, что это был саботаж. Потому что если мы вспомним ситуацию, я просто аналогию проведу между Боингом и Роскосмосом. Если мы вспомним ситуацию до прихода туда Рогозина, то просто в России падала каждая вторая ракета. Это уже все видели. Россия запускает ракету, она падает. Россия выводит иностранные спутники, которые стоят миллиарды денег. Ракета падает, разбивается вместе с этими спутниками. Начали разбираться, а здесь у меня уже есть небольшой инсайт. И такие нашли в КБ имени Хроничева нашли э, диверсанта, у, который получал задание из-за границы, и он в топливную систему э, опускал стружку. Не, в принципе, в топливной системе стружка могла появляться, потому что в ней сверлились дыры. Но на космическом производстве это невозможно. Там все обследуется э, фаниндоскопами, во все э, все просматривается. Он это специально делал. Что это было? Это была конкретная диверсия. Задание он получал от американских спецслужб для того, чтобы Россия когда-то по числу космических запусков была номер один в мире. Ее опустили на задворке по, по количеству космических запусков. Это была диверсия. Что касается Боинга, это тоже диверсия, но это не диверсия конкурентов какой-нибудь русской ФСБ там или какого-нибудь подразделения безопасности Airbus. Его. Это абсолютно не поэтому. Это просто к тому, что это глобалисты делали. И делают они это для того, что у них далеко идущие планы. На самолетах должны летать очень богатые люди. И летать они должны на каких-нибудь фальконах, бомбардие, на прочих супер-, на прочих джетах, private jet а Они на вот этом. Поэтому да это почему Боинг, все... а не Airbus? Почему Airbus все нормально? Боинг, тогда Airbus тоже надо было убивать. Тогда э, там надо было проводить э, такую же приблизительную систему. Они меньше пострадали от э, локдаунов. Они э, сослались в своих многолетних контрактах на... Форс-мажор, а действие правительства, как вы знаете, относится к условиям форс-мажора, когда они не могут поставить вовремя заказы. И в этот момент, почему-то, кто-то в Боинге, а кто в 2020 году был человек, который ушел в отставку, он решил, что это очень хорошее время для того, чтобы контракты Аэрбаса переписать на Боинг. Если Airbus, например, из своей производственной программы 200 бортов поставить не смог во времена локдауна, а поставил только 100, а заказы-то есть, то заказчики, э, ну, Боинг объявил, что он может поставить заместить. А заместить он не смог, потому что не было людей. Они действительно были на локдауне, у них точно так же упали производственные мощности. Они просто решили сделать такой финт ушами. А давай мы поставим э, ну дадим такую возможность поставить детали которые ранее были забракованы поставить их на контрактные самолеты которые не будут летать в США заметьте от американцы зря боятся что э, в Америке боинги будут э, падать у них такое было там Ну как вот недавно самолет летел у него дверь оторвало, они без двери летели у того шасси отлетело Ну и это реальная правда. Я вам просто хочу сказать, что тот человек, который поделился этой закрытой информацией, что его заставляли ставить отбракованные детали на сборку, его нашли мертвым, ну его нет в живых уже. Ну, значит, как-то там понятно, что с Окей. ним поработали. А, и тогда последний вопрос на сегодня. Мы уходим уже с пофигу. Папа Римский имеет проблемы со здоровьем. Как вы считаете, годит ли католическая церковь раскол после смерти нынешнего папы? Это последний вопрос. Я могу ответить, и не знаю, могу вам прислать картинку, можем это в видео поставить. Есть такой мемчик где на верхней картинке Папа Римский с Путиным, и там написано «Папа Римский избирается пожизненно, и снизу подпись «Владимир Путин встречается уже с третьим папой римским». Но так получилось, понимаете. Дело в том, чтобы стать понтификом, вы должны выполнить определенные требования. Вам не может быть 38 лет или 42 ну, соответственно, вам будет очень много лет, когда вы этим понтификом станете, потому что вы должны быть старшим, и за старшего должны проголосовать. Поэтому просто приходят очень пожилые люди, они имеют свойство болеть, это нормально. Ну, Карл Третий болеет, вся британская семья болеет, у всех у них рак, понимаете? А у Папы Римского... А у Папы Римского там совершенно другое. Это возраст. Я просто знаю людей в возрасте, сравнимых с возрастом понтифика, они все очень нездоровые люди, на самом деле. Я бы не искал здесь никакой теории э, заговора. Okay. Окей. Ну, что можно сказать, на сегодня мы закончим. А, Геннадий, большое спасибо. А, мы достанем эти списки конгрессменов и сделаем программу следующую, пройдемся по ним и подумаем, почему они ушли в отставку. Окей? Okay? Хорошо. Все большое, спасибо, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал Геннадия в YouTube, Геннадий М. а Также подписывайтесь на YouTube, на, на YouTube канал и на Telegram канал, подписывайтесь на наш Telegram канал, Будет ссылочки сейчас. И на Инстаграм. Особенно на Инстаграм, потому что там я делаю разные интересные видео, про Америку снимаю. Все. Большое спасибо. До встречи в прямом эфире. А, я сейчас у нас в четверг будет Таня Тулина, а, и в пятницу она здесь будет когда не И все. И мы потом на неделю уходим в отпуск. Большое спасибо. Большое спасибо. До свидания.